Всем привет! С вами Саня, и вы на канале Funhouse. И это двадцатка лучших эксклюзивов для PlayStation 4, которые обязаны поиграть все. К сожалению, это видео придется мне разделить на несколько частей, потому что это мое первое видео подобного формата, и я задолбался перезаписывать эти дубли. Поэтому в этом видео, скорее всего, будет либо 5, либо 10 игр из моего списка. Дальнейшее я буду доснимать дальше, в процессе изучая, как это все делается. Поэтому ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. В комментариях, кстати, пишите, что мне лучше делать или что исправлять. Всем спасибо, поехали! И первый эксклюзив, который я порекомендую к прохождению абсолютно всем и каждому, это The Last of Us, или в нашем переводе «Одни из нас». Эта игра вышла еще в далеком 2013 году на PS3 и показала тогда всему миру, что игры могут быть искусством. В дальнейшем ее, естественно, перенесли на PS4, подтянули графику, подтянули текстурки, и игра стала еще лучше выглядеть. Порекомендую ее абсолютно всем. Игра шикарная, великолепная и, можно сказать, даже идеальная. В ней хорошо все. Сюжет, персонажи, графика. В общем, играйте и наслаждайтесь. Если вам нравятся приключения в стиле Индиана Джонса, то серия игр Uncharted создана специально для вас. Там целых 4 игры. Если первая из них, вышедшая в далеком 2007 году, на сегодняшний день морально устарела и играется уже с напрягом, то остальные 3 заходят на ура. Особенно четвертая часть, которая по своей кинематографичности не уступает голливудским блокбастерам. Жаль, мы не на одной стороне. Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. Ты готов ловить свою фортуну? Держи, Снэйк! Отдавай мне артефакт! Берегись! Стартуй! Я же обещал больше в такое не ввязываться. Сколько мы с тобой за этим гоняемся, а? Давно. Очень давно. Мы с тобой вдвоем. А эти двое, они не понимают. Если закончил врать мне, то прекрати врать самому себе. Величайшее пиратское сокровище у нас на ладони, пойми. Берегись! Вот что, Нейт, даю тебе последнюю возможность. Бросай это все. Езжай домой. К жене. Либо закончим все здесь. Должен же быть другой вариант. Мне нужен ты. Не задумывался, что было бы, если б мы жили иначе? Нет. Мне и так хорошо. Любите кровищу и брутальность? Тогда посоветую вам к прохождению God of War 3. Также была портирована с PlayStation 3 на PlayStation 4. Подтянули текстурки, подтянули разрешение и добавили брутальности Кратосу. Масштабы происходящего на экране поражают даже на сегодняшний день. Все сделано со вкусом и очень хорошо. Советую к прохождению. Отличный слэшер, который не даст вам заскучать. The gates of Hades have never held me. We'll be right back.
в продолжение темы God of War 3 я порекомендую к прохождению God of War 2018 года. Игра сменила свою жанровую направленность, теперь это не брутальный кровавый слэшер, ураганный, теперь это размеренное, спокойное и очень классное приключение. Кратос перебрался из Древней Греции в Скандинавию и решил замочить там всех богов. Но, к сожалению, ему дали очередной толчок на это. Это отличное дорожное приключение, игра очень красивая. Особенно обратите внимание на постановку. Вся игра идет одним кадром, без смены кадров. Как это вот объяснить? В общем, игра очень красивая, приключение отличное. Вас затянет надолго. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Лишь один человек поможет вам попасть туда. Мое имя Мимир. Я умнейший из людей. Для начала отрубить мне голову. Что? Это твой топор. С ним надо умеючи. Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Чем позднее ты скажешь, тем хуже. Он возненавидит тебя и никогда не простит. Твой черед! Башку тебя оторву! Убийство бога приводит к последствиям! Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это... самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. Открывай! Нам нужна помощь! Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ней. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. Как убить такого зверя? For the players. Horizon Zero Dawn – игра от разработчиков чистокровного шутера Killzone. Ребята решили сменить направленность и сделать игру в открытом мире. И выбрали очень интересный сеттинг – постапокалипсис лет через 200-300 после уничтожения нашей цивилизации. Там присутствует искусственный интеллект, который создает огромных роботизированных динозавров. По-другому и не скажешь. Роботы напирают на людей. Люди, кстати, выживают как древние племена, что удивительно, и у них под запретом все технологии той самой цивилизации, которая была уничтожена. В общем, интересный сеттинг. Мы играем за девчонку, которая является изгоем, но решает узнать о своем происхождении. В общем, довольно-таки интересное приключение. Открытый мир очень красивый, интересный, но жалко, у него очень слабовато наполнение. В игру иногда приходится заставлять себя играть, но ее стоит пройти. Lie buried beneath their crumbling ruins. Why Earth is ours no more. These questions, Aloy, the tribe has forbidden. What if the answers are worse than not knowing? You can help?
or you can get out of my way. Then be ready for the darkness. And be careful what you bring to light. Even if you do catch what you're after, how do you know it won't bite back? Outcast! You came from nothing. You will die a nothing. I came from somewhere. Identity confirmed. Even if it destroys me, I will see this through.